И я вас приветствую, дорогие друзья, на канале Fox and Games Slash Comic. С вами я, Алис, и мы начинаем новую игру. Rise of Insanity — это вроде как хоррор. Именно о нем я вчера писал в группе ВК, ну... Хоть что-то, да? Как разнообразие Эдни и Харви. Жмем «Новая игра». Господи, как же я себя плохо слышу. Так... Надеюсь, звук не слишком громкий. Тихо. Расслабься. Очисти свой ум. Очисти весь ум. Меня зовут доктор Стивен Доуэлл. Ты оказался здесь, потому что твои проблемы начали выходить из-под контроля. Ты перестал нормально функционировать и овладели тобой тревожные мысли. Сейчас я использую авторскую терапию. Я покажу тебе фильм, который я создал. Посмотрев его, ты скажешь мне, какие чувства он у тебя возбудил. И разве заметил ты в нем что-то тревожное? Ну вот и славненько. Так. Не, мы уснули в своем кабинете. Ну ничего необычного, да? А, окей. Данные пациента Эдвард. Возраст 41 год. 1 сентября. Эдвард неизвестен. Насколько я помню, он работал сотрудником в нашем районе. В ходе предварительного вопроса я узнал, что пациент страдает нарушением сна. У него постоянный кошмар. Он не может выспаться. И у него также потеря памяти. Иногда он не помнит, что произошло несколько дней назад или даже несколько часов назад. У меня есть некоторые подозрения относительно его случая, но еще слишком рано ставить более точный диагноз. Господи, я надеюсь, мое баланканье на фоне этой херни было слышно. Будет жуть как обидно, если этого не было слышно. Да что? Нет. Пациент Эдвард, предварительный опрос пройден, предварительный диагноз поставлен, тестирование новой терапии и ожидание результатов осталось. Блять. Закрой. Птицеводство и набивка чужих птиц по Ричарду Бертману. С днем рождения на 7 лет, дорогой Стивен, я желаю тебе всего самого наилучшего, папа. Ну да, в 7 лет пацану только и надо было, что набивать чучело. А чё с глазами? Мячик. Ладно, пойдем. Несколько кружек какая-то. Да-да, я знаю, что я вроде как тут все обыскал, но понял, что не все. О!
Первый как точно все. Экспериментальный метод лечения доктора Доула вызывает полемику. Что это такое? Да блять, закрой ящик. Так. Трагедии бывает. Мэтт на симфонии. Повсюду. Да что ж такое повсюду ноты. Уважаемая госпожа Доул, я напоминаю вам, что вы предоставили мне свободу действий в развитии одной части сада. Я решил посадить в основном георгины, которых красотой подчеркнул цветами Клеменса. Я все окружил белыми маками, вы будете в восторге, Эдвард. Окей. Фамилия ученика Теодор Доуэлл, английский 5, математика 6, природа 6, физкультура 5, этика 6. Подпись родителя Сьюзен Доуэлл. Кто это сказал? Тут же вроде как никого. Мать, ты в холодильнике, что ли? Так. Моя любовь, помни, что у тебя сегодня дежурство. Так, телефона. Имею ли я честь разговаривать с доктором кем-то там? И все. Ну, запись идет, это хорошо. Прицы. Пока все еще не ясно, пожалуйста, придите в морг. Помогите идентифицировать умершего. Пациент Эдвард, 41 год, 11 сентября. Пациент рассказывает мне свои сонные мечты, в которых он пытается убить свою жену и ребенка. Он сказал мне раньше, что он холостяк и ничего не говорил о детях. Может быть, какие-то травматические воспоминания из детства? Мне нужно узнать это во время следующей встречи. Однако это более сложный случай, чем я думал. Некоторые симптомы могут указывать на то, что у пациента множественная личность. Но это только моя догадка. Я должен проконсультироваться с моим другом Авраамом. Авраам. И тебя. Так, чё-то у нас. Дорогой Авраам, извините, что я так долго не писал из-за семейных и профессиональных проблем, у меня не было времени. Надеюсь, у тебя все в порядке. Как дела у твоей жены Берти? Сейчас я занимаюсь пациентом Эдуардом кем-то там 41-го года. Он жалуется на проблемы с памятью и сном. Я также заметил у него небольшие тики во время от времени. Он внезапно и странно шевелит маленьким пальцем левой руки. Он рассказал мне кошмар, который все время мучает его. Это единственный сон, который он помнит. Он утверждает, что пытается в нем убить свою жену и ребенка. Ему не удается это сделать, потому что он просыпается каждый раз перед концом. Это очень странно, так как Эдвард холостяк и у него нет детей. Что ты думаешь об этом? Мне кажется, что это начало шизофрении или множественной личности. Но у тебя больше опыта в области психопатологии. Поздравляю, Стивен Доуэлл. А с чем поздравляешь? Чё, пиджак брать будем, не? Так, морг.
А, наверное, вон, да? Потому что лестница перекрыта, окей. Вообще, кто поставил кровать прямо перед лестницей? Ох, нагнетает. Так, ну-ка, секунду. Так. Окей. Я просто боюсь, что меня периодически не слышно во время диктофонов, и это стрёмно. Плюс я сделаю громкость немного потише у себя. Ибо эта хрень мне орёт в уши прямо. Напарник, это ты? Опять уточка. Смешно. Кто тут? Ключ к ее сердцу находится там, где вы начали свое путешествие. Окей. Тогда нахуя я... Нахуя я спускался в морг? Погоди, а какой ключ-то? Здесь кодовый замок, понятно. Вообще, нахуя я тогда спускался? Спустился, теперь обратно подняться, чтобы пройти в свой кабинет, найти код от двери, блядь. Нахуя? Давай уходи отсюда. What? Да-да. Спасибо, что открыла мне дверь, вешалка. Я так боюсь брать эту долбанную записку. Так, проверьте зрение кабинет номер 6. Пойдем. Да. Что-то у нас. Мать ее 7-летний сын убиты. А вот и это, 629. Ну что, снова спускаемся в подвал, блин. Бесит. 629, главное не забыть, пока будем ехать. Лампа, не мигай.
Как же нагнетает. Ты иди в шопу, шутник долбанный. Угу. Что за нахер? И автомики. А блядь, я не хочу с трупом в морге оставаться. Ладно. Нет сходства. Идите нахуй. Я вас не звал. Да тело с тела. Блять. Сука. Птица, мышь, чё? Что тут делает вообще ворона? Да где, блин? Кто я? Милая, пожалуйста, возьми его под свой контроль. Окей. Собственно говоря, за кого я играю теперь? Ну же, удивите меня. Так, окей. Благо здесь можно бегать. А то так вот идти и задолбаешься. О-о-о. Странно. Ладно, потом разберусь. У меня просто какая-то полоса была посередине экрана. Тебя не должно быть здесь. Сука. Лопата прилетела. Мудень, ты, блядь, кто такой?
Мудень. Ну-ка. Открыли дверь. Папа? Я... Выходи, скример. Выходи, блять. Свидетельство о смерти, имя, фамилия. Теодор Доул, возраст 7, пол, мужское, место смерти, семейный дом. Причина смерти — удушье во сне. Что? Папа, почему ты позволил ему? Кому? Кому я что позволил? О чем ты? Сынок, блядь, где ты? Ты тут? Нет. Опять телефон. Сука, сейчас ты тут откуда взялся, ёбаный ты телефон? Папа, папа, он здесь, он вернулся. Ебучий скрип. Кримеры. Эм, мы сейчас за пацана, что ли, играем теперь? Рисунок. Меч игрушечный. Теодор очень талантливый ребенок. Он очень спокойно проявляет черты мечтателя. Единственное, что меня беспокоит, это тень какого-то лица, которая появляется в рисунках мальчика. Наверное, это герой комиксов или другой персонаж. Это, конечно, не опасно. Я бы задумался. Здравствуйте. Бля. И свет в темноте светится, и темнота ее не окружила. Да в пизду, блядь. Я в домике. Я в домике, идите нахуй. Ладно, всего лишь 24 минуты видео. Хрен с вами, любители боли и страданий. Здравствуйте. Я снова играю за пацана. Это все то же самое. О, еще что-то. Уважаемый госпожа Доул, я очень рад, что вам нравится моя цветочная композиция. Я получил ваше замечание и дальнейшие рекомендации. Я посажу рододендроны, как мне было поручено. Мне придется подъехать на машине к теплице, чтобы перенести саженцы. Надеюсь, вы не против, Эдвард.
Ток-ток. Предохранителей нету. А где предохранители? В подвале. Сука. Вообще, кто такой умный вытащил предохранители? Кажется, я понял. Так, верхние в разные стороны, боковые в одну сторону. Но они же не крутятся. Повсюду изображение птиц. Ух ты, предохранители, да? Детские игрушки. Игрушки. Дорогой Стивен, у моей жены все в порядке, по-старому. Давайте перейдем к сути дела. Ты должен помнить, что у нас был похожий случай. Это был вопрос, в котором ты принимал активное участие. Мы перегружены работой. Ты мог забыть об этом. Я думал, ты должен с помощью внушения помочь своему пациенту закончить сон. Гипноз может быть немного инвазивным. Попытайся спросить его о прошлом. Одобрение травматических событий станет хорошим началом для объединения его личности. Я с нетерпением жду следующего письма. Поздравляю, Авраам. А почему поздравляю? Тревожные результаты новой терапии и метод лечения серьезных психических расстройств доктора Стивена Доллара заключается в том, чтобы подвергнуть пациента сильным зрительным стимулам. Это имеет цель вывести в гипнотический транс, в течение которого пациента оказывается лицом к лицу со своими страхами и самыми глубокими мыслями. Однако результат лечения не оправдывает ожиданий. До сих пор пациенты после терапевтических сеансов, во время которых они смотрели фильм доктора, становились апатичными, страдали депрессией или эпилепсией еще долгое время после визита. Главная ассоциация психологов обеспокоенно следит за действиями Стивена Доуэлла и планирует встретиться с автором спорных исследований. Изи. И понехуй. Кофе, журнальчики. Пациент
Пациент Эдди, 41 год. Обратившись к моему другу Аврааму за несколькими советами, я отмечаю, что Эдди страдает очень легким раздвоением личности. Остальная часть личности еще не обнаружилась и не контролирует его. Только потеря памяти и легкие тики. Я должен подумать о виде терапии, которую я использую. Я не пойму, мы все-таки за пацана играем или не за пацана? Потому что 7-летний пацан, а ростом с холодильника — это пипец. Вот что это за день на рисунке? Это глючит того пацана, что ли? Опять. Я уже заебался на телефон на звонки отвечать. Не, ну правда. Привет, Стивен. Ты там? Стивен, это Эдди. Ну что ж, уже пошла 32-я минута записи, и мы снова в морге, сука. Ладненько, на этом данная серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и пишите свои комментарии. Особенно пишите, если вы хотите увидеть еще моей боли, играя в эту игру. Всем пока.